Меня зовут Тамара Глушецкая, я выпускница кафедры документоведения информационной аналитики библиотечно-информационного факультета. После первого курса я выбрала именно эту кафедру, потому что мне хотелось быть информационным аналитиком. И в рамках программы мы учились создавать обзорно-аналитическую продукцию, анализировали новостную рекламную информацию, проводили анализ художественного рынка, а также разбирали кризисные ситуации в компаниях и их информационное предупреждение. И уже со второго семестра четвертого курса меня приняли на работу в компанию Embrain, которая является глобальным поставщиком решений для изучения рынка и анализа конкурентной среды. Благодаря знаниям, полученным на кафедре и поддержке преподавателей на протяжении всего обучения, мне удалось осуществить свою мечту и поработать в качестве информационного аналитика. Наиболее запоминающимся событием для меня стало написание дипломной работы, так как тема была очень интересной, и рядом всегда была Альбина Самиловна Крымская, которая направляла и поддерживала все идеи. Обучение на кафедре было очень интересным, но, конечно, не без трудностей, но это не забудется. Также мне посчастливилось встретить друзей, и мы до сих пор с ними общаемся.